Омская область готовится к проведению всероссийских летних сельских спортивных игр. 23 мая под председательством регионального министра спорта Дмитрия Крикоренца прошел оргкомитет, где рассматривались все ключевые аспекты подготовки к предстоящим соревнованиям. Ряд моментов обозначил первый заместитель министра Иван Колесник, который недавно побывал в Москве на рабочем совещании по подготовке к играм. Министерство спорта Омской области действительно на очень хорошем счету у федерального министерства. Нам все больше и больше доверяют крупных мероприятий, поэтому для нас это как очередной такой вызов, чтобы показать наши регионы и подтвердить, что мы можем справляться с любыми задачами. Поэтому, конечно, приложим максимальное количество усилий, потому что у нас очень спортивные регионы, и губернатор постоянно ставит задачи, чтобы мы привлекали максимальное количество больших федеральных событий именно в Омскую область. Сельские игры пройдут с 26 по 31 июля. Ожидается, что в них примут участие около 2000 атлетов, которые будут состязаться по 15 видам спорта. Каждый регион может выставить команду из 33 человек. Соревнования пройдут в Ростовке и в Омске. Торжественное открытие игр состоится 27 июля на Соборной площади.